Мармок. Не понял. Дед, а он чё, по суше плавает? Ты чё, совсем с ума сошёл на старости лет? Какого хера? Постой! Куда поплыл? Может, он просто густо пёрнул? Смотри, не утони, Даун. Да. А в воде ты, наверное, по дну ходишь. Ну ладно, есть у меня один способ. Называется он «Управление мозгом». Только ты не ёрзай особо, ок? Опа, присел на опу. Это уже знак. Стой так, не выныривай, я тебе контрольный дам. Всё, на, угощайся. Бодрая вкусняшка, да? О боже мой! Он встал на ноги! Аллилуйя! Наконец-то! Наконец-то я могу послать тебя нахер, и ты пойдёшь туда пешком. Ладно, все, надо выбираться. Отсюда я рыбу ловить могу. Смотри, могу. Можно да не шуми ты. Что с самолетом случилось? Я просто резко воткнулся в эту... Леска порвалась. Чё? Что? Бля. Я не знаю. Оно само. Ебать, ты компактно припарковался, чувак. И ты... Пиздец. А зачем ты чинишь? Как ты собираешься? Я не знаю. Я не знаю. Я знаю, как. Стой, подожди, я знаю. Охуенно достал, блядь. Он же водный. За ним, да. Он водный, погоди. Изи. Эй, ты, нормально, нет? Ты чё вылупился, а? О, господи, у него и сзади глаза тоже. И с этой стороны он похож на чебурашку с туннелями в ушах. А, сука, покемон! Уйди, я вас уже ненавижу. Ах, какие девушки! Какие глазки, какие ножки. Вот это что слева сто пудов, проститутка. Ой, так и чешется кулак, ребята, я не смогу стоять. Ай-яй-яй, что такое? Стручок не достает! Твою мать! В смысле, блядь? Ты чего, бычара? Фу-фу-фу-фу! Меня трахать не надо! Я не виноват, что у тебя с тёлками проблемы! Ну ты уже напросился, блин, на! Отстой от меня, говядина! Смотри, что удумал! Ах, не рогатое чмо! Увижу тебя еще раз в этом районе, рог в жопу засуну! Мусучара! Отлично, я шикарную лопату твою, блядь, сломал. Я отныне твоя тёлка моя, понял? Дуся, ну ты чё, Дусь? Он же был козлом, точнее, быком. Что за говно? Какие ты проблемы, офицер? Офицер, вы себя странно ведёте, у вас всё нормально? Строим флешмоб, прыгаем. Ну, все вместе, прыгаем. На троечку, если честно. О, ладно, давай нападай. А что это, собственно, сейчас было? Вы чего, суки, делаете? Вы что, долбаные? Эй, всем привет, пиплы! Вы досмотрели, я тут, всем спасибо, ставим лайки и подписываемся на канал. Это сильно мотивирует меня. Хотя, мой внутренний голос мне говорит, что им и так глубоко насрать на то, что тут произошло. Алло, тут людей резали, нормально все? Ну, как скажете. О, стоп. Что такое? Что-то не так. Да ну нахер, в самом деле? Чё такой грустный? Чё такой одинокий? Хочешь за мной побегать? А? Да? Давай вокруг костра. И-ху! Тебе весело? Мне тоже нет, но я странный. О, смотри, ещё костёр. А вокруг него мы ещё не бегали. Вперёд! Эй!
Но ты, блин, конечно, специалист ломать комедию. Эх, как же он похож на меня, когда я пытался пирожки испечь. И цепь накрыла жестко, рампука наебит. Чуваки летают, что происходит? Медведь какая-то аномалия, что ли? Что танцует, где гравитация, сука, кто ее отменил? Стой, твою мать, что происходит именем закона? Ты... Тёма, у меня очень печальные новости. У тебя есть покрывало с собой, ведь? Я сейчас самолёт избивать буду. Не собью, не собью. Нет, не получится. MLG не в этот раз. Тут такое дело. Я пока падал, успел проголодаться. О, лес горит. Лес горит, ты серьёзно, блин, смотри, что тут происходит? У него лес горит, сука. О боже, это такой трэш, Тёма, не надо, не делай это. Я внутри. Смотри, ты не внутри, Тёма, ты лежишь как бобжара на боку. Закрывай рампу, закрывай её. Закрывайте врата, да побыстрее! Я попробую это сделать, но я не обещаю, что смогу до переключателя добраться! О, ты, сука, на меня пошла! Есть, я закрыл! Воу, воу, смотри, я с удочкой, да? Ты видишь меня? Пока. Эй, йоп, всем привет, на этом я все. Оставляйте свои комментарии, попадайте на стеночку. Ну а я... А что я? Я, как всегда, только поздороваюсь и сразу прощаюсь. Увидимся в следующую пятницу. Здесь был грёбаный Мармок и БПФ по хорошим играм. Пока.